Создание комфортных условий для жизни и работы в сельской местности – одна из ключевых задач Калмыкии. В поселке Привольный Яшкульского района завершается строительство детской спортивной площадки, включающей футбольное поле и игровой комплекс с качелями и турниками. По словам главы СМУ Басанга Бекнеева, для безопасного нахождения детей на площадке покрытие будет прорезинено. Напомню, строительство было начато в 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанное до 2025 года. Хорошее поле. Каждый вечер у нас здесь дети играют в футбол. Площадка освещена. Ну, для жителей нашего села это очень большое подспорье для развития спорта, для также здоровья сельчан. В планах администрации уже в ближайшее время посадить здесь деревья и установить скамейки для того, чтобы не только дети, но и взрослые могли проводить свободное время и заниматься спортом. Уже сейчас в любое время суток здесь полно детворы. Мне очень нравится площадка, я так долго ее ждала, пока достроят, и больше всего мне нравится эта карусель. Мы приходим сюда практически каждый день. Больше всего в этой площадке мне нравится вот эта карусель, как сказала Асият, и вот эта вот качели. Скучно не бывает, когда в школу приходишь, уроки сделал и приходишь. Весело, даже играться можно.